Советского информбюро. На Земландском полуострове западнее Кёнигсберга ценой больших потерь в живой силе и технике противнику удалось потеснить наши части от северного побережья Кёнигсбергской бухты. Одновременно юго-западнее Кёнигсберга наши войска вели бои по уничтожению восточно-прусской группировки противника. В Познани продолжались бои по уничтожению гарнизона противника, удерживающего цитадель. В провинции Бранденбург, южнее города Губен, наши войска вышли на реку Нейса, заняв при этом более 60 населенных пунктов. На северном берегу Дуная, восточнее города Коморна, наши войска отбивали атаки крупных сил пехоты и танков противника. На всех фронтах подбито 105 немецких танков и самоходных орудий. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 14 самолетов противника.